Привет всем! Сегодня готовим вяленую свинину. Смотрим способ приготовления. Берем кусок свинины, моем его. Обязательно надо помыть и более-менее его обсушить. Я уже помыл. Вот тряпочкой его. Я влагу лишнюю убираю. Вот. Так, дальше берем лоточек. У меня, по крайней мере, вот такой. Засыпаем дно солью. Я беру крупную соль. Вот она такая нежная, не как вот раньше в советские времена была крупная соль. Ой, крупная, мелкая соль. И она очень ядовитая. А это вот как-то она помягче. Кладем сюда кусок мяса. А, вру. Смотрим дальше. Берем зубочистку и начинаем тыкать. Прокалывать его. Для чего это надо? В итоге соль крупная, она более-менее мягенькая, чтобы она очень хорошо проходила вовнутрь. И нам, чтобы влагу мяса отдавало лучше. Зубочисточкой все сейчас проткнем. Так, натыкаем. Нам надо избавиться, чтобы от влаги соль сейчас заберет все. Все так. Убираем. Кладем мы теперь соль. И обильно посыпаем солью сверху. Посыпали. Еще добавляем здесь все места, просыпаем. Так, сверху. Вот. Убираем в холодильник и наблюдаем. В течение суток сливаем по возможности жидкость. Она нам не нужна. И в процессе я буду показывать, как я там, что там с ним происходит. Нам надо убрать эту процедуру делать 3 суток. Прошли сутки. Скопилась жижа вот эта. В итоге надо ее слить и свежим, в итоге свежей солью засыпать. Вот свининки жижу слили мы. И сейчас подсыпаем соли. Мне одной рукой неудобно. А, блин, забыл. Сейчас, минуточку. Перевернуть надо бы. Так, вот свежей соли сверху. Вот, и оставляем еще дальше. Вот так я замуровал и оставляем дальше. На следующие сутки посмотрим, надо будет жидкость сливать или нет. Если что, процедуру повторим. Прошло 3 суток. Мясо стало дубовое, хорошее. Теперь нам надо промыть. Мясо тщательно промыли. Сейчас положил сюда. Берем пакет мы. Ну, я беру пакет. В итоге кто куда хочет. Можно и в емкость какую-то, а я в целях экономии беру 2 пакета. Вот. Кладу туда мясо, вымытое под водой, под струей. Дальше что? Где у меня здесь? Вот. Беру уксус столовый, 9%. Вот. И заливаю в мясо. Так. Посмотрим, достаточно ли или нет. Надо еще больше. Это в целях экономии. Ну, кто экономить не любит, можно и больше. И в сосуд какой-нибудь. Для чего уксус нужен? В итоге все же как-никак. У нас 3 суток мясо находилось под воздействием соли, чтобы убить микробы. И нам эту процедуру надо от 5
до 10 минут выдержать в уксусе. Вот, прошло энное количество времени, достаем мясо мы из уксуса. Пока у меня все мариновалось, я успел начистить чеснок. Кладем теперь мы мясо, нам надо от уксуса промочить, сделать сухим. Так. Надо сформировать нам форму примерную, которая нам нужна будет. Оно как пластилин практически. Сейчас мясо. Вот, ну, в принципе, сейчас дальше будем формировать, потому что нам еще предстоит процедура натирания чесноком. Чеснок я на терочке потер. Вот на такой вот. Так, мы теперь чеснок втираем в мясо. Нужны нам специи будут. Добавляем ложку чайную горчицы сухой. Дальше ложка кориандра, ложка мускатного ореха, ложка паприки. Дальше я еще добавляю лавровый лист. Лавровый лист надо измельчить. Вот он такой миленький получается. Вот, тоже рядом положим. Дальше перец черный. Любителям, ну, кто красный любит перец, можно красный. Я красный сегодня не буду добавлять. Дальше берем укроп еще. Я укропчика еще добавлю. Все. У нас по специям пока все. Это все дело начинаем перемешивать. В принципе, все, я перемешал. Теперь наше мясо выкладываем в специях. Начинаем обваливать тщательно. И придавать мясу форму. Так, вот у нас такая вот штучка получилась, хорошенькая. Вот, берем теперь марлю. Так, марлю взяли, выкладываем на марлю и начинаем заворачивать. Перевязываем шпагатом. Надо повесить его сушиться где-то на 2-3 недели. Вот, в зависимости от куска мяса. Этот кусок большой. Вот, он, наверное, созреет, я думаю, где-то в течение, может быть, 2,5 недель, может, 3 где-то. Ну, посмотрим в процессе. Прошло у нас 2 недели. Открываем. Смотрим, что у нас получается здесь. Веревку срезал, теперь достаем из марли. Ох, какая красотища! Ох, как здорово-то! А? Ну, сейчас мы это дело будем пробовать. Режем. Я не люблю, когда совсем сильно, слишком уж сухое. Люблю, чтобы... Ох, какая красота! Ой, сейчас я буду пробовать. Я доволен, ребята, я доволен. Вкус незабываемый. Рекомендую. Ребята, некогда мне дальше снимать, я побежал кушать. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки.
Подписывайтесь на канал. Всем пока!